В минувшие выходные в Чебоксарах чуть не утонули 3 ребенка. ЧП произошли на городских пляжах, Центральном и Афанасьевском. Во всех этих случаях дети отдыхали вместе с родителями. Матросы-спасатели проинструктированы таким образом. Значит, если ребенок один заходит в воду, они начинают искать родителей. Потому что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ребенок, ну, скажем так, до 10 лет, может быть, чуть меньше, без присмотра родителей вообще не был на пляже. И тем более не заходил в воду. С начала купального сезона спасатели вытащили из воды 7 детей. Участие из них родителей на пляже так и не нашли. Я призываю родителей не оставлять детей без присмотра. Не просто, чтобы он не ходил в воду один, но и за тем, чтобы он был подготовлен, не заходил в воду потным, не баловались, не толкали друг друга, не звали в воде, не баловались, не звали, не подавали ложную тревогу, не топили друг друга, играя там, да. То есть достаточно одного глотка воды, чтобы ребенок ушел на дно. Специалисты напоминают, купаться можно только в предназначенных для этого местах. В Чебоксарах 4 городских пляжа, на которых работают спасатели и медики. Плавать в других водоемах запрещено. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.